Изъятие, удивившее даже бывалых оперативников. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали с поличным 28-летнего ивановца, у которого было обнаружено 50 граммов гашиша. Заведено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек расфасовывал наркотики на мелкие партии и раскладывал их в тайники по городу, чтобы в дальнейшем сбывать. В ходе обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили рекордную партию зелья – 70 граммов амфетамина, более 2000 таблеток экстази, общий вес которых составляет около 700 граммов, более 25 граммов кокаина и 33 марки ЛСД. Задержанный помещен в следственный изолятор.